Увидели игру с большим количеством моментов, каждая из команд хотела победить. Первый тайм нам не очень удался, особенно с точки зрения обороны. В средней части поля давали много пространства. Во втором тайме сыграли лучше, гораздо лучше. Были возможности сделать счет крупнее. Но, к сожалению, там ошибка в перестроении не позволила нам добиться победы. Но ребята отдали все силы, бились до последней минуты и до последней минуты хотели победить. Добрый вечер. Косяков Александр, сетевое издание «В мире спорта». Ну вот раньше в обиходе болельщиков и специалистов было такое выражение «южноамериканский футбол». То есть техничные футболисты, но с отсутствием игровой дисциплины. Вы сказали, что давали много пространства. А не кажется вам, что все-таки игровой дисциплины в первом тайме было мало? Игроки нарушали очень много правил, теряли свои позиции. И вообще, ну, команда выглядела, ну, достаточно, ну, скажем так, нестабильно. Ну, я же вам сказал, что да, я этим недоволен. Были проблемы. Что мне опять повторить? Разверните, пожалуйста. Развернуть что? Ну, развернуть свой ответ, потому что вы говорите, что просто теряли позиции и все. И за, на этом. Как бы по первому тайму хочется узнать, потому что вы забили сразу первый гол и как бы отошли. Не хватало задней линии поджимать, когда мяч был закрыт, чтобы создавать пространство. И внешним центральным защитникам играть активнее в приеме, когда Локомотив играл между линиями. Этого не хватало. Были большие расстояния, задняя линия перестраховывалась, не создавала компактность, и поэтому проходило много передач между линиями. Устраивает такой ответ? Устраивает. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Да, если можно, да. Мурат Олегович, достойная игра, спасибо за нее. Вопрос следующий. Вот вы сказали, что при ответном мяче Локомотива была ошибка перестроения. Она возникла в результате некоторой потери концентрации после незасчитанного мяча второго или какие-то тут другие нюансы, несколько слов. Да, я не думаю, что это эпизод, который уже заигрался, и нужно сохранять концентрацию. Поэтому там было время, смотрели ВАР. Нас не поймали там то, что мы были в плохих позициях. Кай выдернулся, а Тормена не успел задвинуться в свободную зону, поэтому, наверное, с этим связано. И еще один вопрос, раз у меня микрофон. Вы недавно приняли команду. Что-то приходилось за предыдущим вашим коллегой подкручивать, докручивать? Или команда в нормальном ходу, и надо просто, так скажем, не менять то, что хорошо работает? Команда в хорошем состоянии. Коллега мой хорошо работал. И просто у каждого тренера есть свое видение на игру. И я хотел бы некоторые моменты изменить, которые бы касались более агрессивного высокого блока в обороне. Хотелось бы более вертикально играть при отборах, более динамично атаковать. То есть не после отбора не переходить в позиционную атаку, а играть чуть быстрее. Но это вопрос времени. Сейчас была пауза на сборной, многие ребята уехали. Две тренировки мы проводили здесь, которые, я думаю, что Локомотив видел, что мы делали. Поэтому в этой сложной ситуации, в принципе, ничья и хорошая самоотдача – это те плюсы, от которых мы должны оттолкнуться в будущем. Спасибо. Еще одна потеря очков случилась, как вот у других лидеров. Гонка за чемпионство давит на вас вообще морально? Вы как вы приходили в команду? Думали об этом? Ну, конечно, каждый из нас в этой профессии, в спорте, если ты не хочешь стать первым, то, наверное, ну, не нужно заниматься этим делом. И мы, конечно, думаем об этом и мечтаем об этом. Но еще два дня назад, до начала тура, я сказал футболистам, что мы не смотрим, как сыграют наши соперники. Нас это не волнует. То есть наша все концентрация на нашу игру, на качество. И мы должны от этого отталкиваться. Следующий матч самый важный. И концентрируемся только на себе. Кто как играет, нас не должно волновать. Вы наверняка просматривали соперника, готовясь к матчу. Вас удивил сегодня Локомотив своей такой активной игрой? Нет, в принципе, нет. Не было Дзюбы. Сулейманов хорошо играет в прессинге, он проделывает хороший объем работы. И, наверное, да, как бы мы ждали, что они будут играть активно. В принципе, они хорошо играли активно, оказывали давление. В принципе, это не была неожиданность. То есть вы сразу как бы начали после забитого вами гола играть, ну, как бы вторым номером, ловить на контратаках. Такое было впечатление, потому что Локомотив доминировал как бы. Ну, быстрый гол, он не всегда идет на пользу. И мы хотим его забить, но в данном случае, да, мы чуть-чуть прижались к воротам, играли больше в обороне. Нужно было стараться забить второй гол. Спасибо.